там за звуки? Звери голодные, покормите их. Ты должен убить Пола, ждать больше нельзя. Он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься? Иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Ну, это, конечно, лучше выполнять такое задание, чем бегать с голым писюном. Так, проникните на склад. Так, где он? Ух ты, нифига, как далеко. Да, нам отсюда придется... Только если так. Быстрое перемещение, да. Попробуем по стелсу. Но, блин, по стелсу уже тяжело. Тяжело, тяжело. Так, ну-ка, читать. Читаем, на паузу ставим. Хотя, мне кажется, мы здесь уже это давно читали, прочитали все. Ну-ка, дайте посмотреть. Так, СВД. Купить и настроить. Кстати, продать. У нас, блин, столько всего. А, бумажник полон. Вот в чем проблема. Пистолеты, оружие. СВД, РПГ. Огнемет уникальное. Черт, в уникальном-то ничего и нету, кроме штурмовика. Я бы, конечно, вот это бы, видите, 10-й ранг на арене. Офигеть. Хищник. Что-то надо везде все выполнять. Потрошитель. Захватите крепости. Осталось 4. Вот это интересно. Захватить. Так, что уровень отряда. Ладно, понятно. Вот насчет крепости будем смотреть. Попробуем их. Крепости-то вроде как легко. Чуть попозже это как раз сделаем. Пока ничего даже и не будем брать. Вы представляете, 2 пулемета у нас будет. Офигеть. Слышал, ты тут с охотниками? Да, ты задолбал. Мой друг все видел своими глазами. О, отсюда нам придется далеко. Да. Ох, как далеко. А здесь, кстати, где-то был вертолетик. Ну-ка, давайте сейчас порыскаем. Он же... Тихо-тихо-тихо. Чуть подальше. Мы здесь были, помните, она... Амита сказала... насчет статуи как раз. Там вертолет был. Так. Ну, будем нормально ехать, а то свалимся, взорвемся. Мне бы этого не хотелось. Так. Ой, сейчас, братки, да не надо, не надо, не стукайте. Я уже понял, что с вами связываться-то, блин. Проблем потом не оберешь. Так, я же хотел кое-что посмотреть. Крепости, вот смотрите. Аванпост. Так, это аванпост. А где крепость? Крепость это, я так понимаю... Вот. Блин, очень сложно. Пейгана мина, ни хрена себе. И только потом, я-то думал, аванпосты надо разблокировать. Тогда я получу эту крутую пушку. Там крепости, видишь, вы что захотели. Не, ну это потом. Все обязательно потом с Максом в кооперативе. Будем. Так, ребята, догоняли вас, обгоняли мы. Хотя, смотрите, уже практически доехали до них. И без вертолета. Немного подлагивает, да, сейчас что-то стало. Лагать. Не знаю даже почему. Вроде ничего не поменялось.
еще не поменялось, а лагает вот как. Ну, ничего, после этой миссии я попробую перезапустить. Просто вот когда сворачиваешься, к примеру, да, из игры, начинается вот такая фигня. С Unity то же самое было. Блин. Ладно, понял. Не надо было сворачиваться. Все-таки оптимизация здесь не на 5 с плюсом. Да, идите вы нафиг. Так. Все, добрались. Ну как-то, мне кажется, по стелсу-то надо было ночью выполнять задание. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут в тонущий кораблей. Поэтому тебе нужно достать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Так, у меня кое-что есть. У меня есть мясо, но я не факт, что приманится какой-то зверь. Так. Собака только? А, блин, только собака. Ну ладно, пусть кушает. Сделали такое доброе дело собачке, накормили ее. Полкрыса, черт возьми, да я хуже всех крыс. Сейчас сокну сам всех. И где же наш дорогой крысиный король? Или как там его? Это маленькая-маленькая крыска. Где ты? Сейчас цыкану тебя. Со всей силы. Слушайте, ну постел все, я начал проходить. Смотрите, еще тревоги-то не было. Проберитесь в грузовик. Метательный нож. Братан, здорово. Сегодня я зайцем. Не против, да? Сабал, я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Так, город боли. Ого. Так, вот и заложники, да? Ага. Так. Ну что ж, давайте попытаемся по стелсу. Вы же знаете, что ни хрена не умею. Так, там никого нет? Нет, никого. Так, все. Идемте. Идемте так. Попробуем, давайте вот. Раз. О! Да ладно! Да ладно, прожектор! Прожектор нельзя уничтожить! Ну, ё-моё, я так не играю. Так, как же их быстро-то укокошить? Надо начать сверху. Оп. Так, готов. Спрячьте тела. Ах ты говно! Так, тихо. Задание провалено, деплёр предупрежден. Черт! Спасаю! Нет, не спас. Ладно, все понял. Значит, как же мы тогда... Блин, я бы вообще, если бы не рабы, я бы в грузовик бы сел, блин. Уехал бы отсюда, нафиг. Ну нет, так нельзя. Опа, а че это он сюда-то пошел, а? Обратно идет. Так, там никого нет. Ладно. О, потрошки! Замечательно, берем. Как тогда будем действовать? Блин, что же делать-то тогда? Давайте пойдем рабов, что ли, освобождать. Но, а вот это разве не рабы? Их не надо освобождать? Что-то я не понимаю.
Ах ты, говноед! Забирается. Так, так, так. Черт! Так, все, все, все. Быстрей, быстрей, быстрей! Есть. Успели. Так. Не, не будем пока убивать никого. Вы сами поняли, что надо их прятать. А там как мы спрячем-то? Сразу запалят. Вот этого братка легко. Смотрите, берем ножичек. Раз. Все. Братка нет. Спрячь тела. По сути, мне кажется, не стоит его вообще прятать, потому что, ну, кто будет проверять этот пост? Если они тут, конечно, не ходят, не проверяют. Ну, давайте все-таки спрячем. Перестрахуемся, так сказать. Так, патроны нам не нужны. Полные. Так, ага, вот еще один раб. Заложник, точнее. Ладно, идемте. Нам туда. Я, конечно, извиняюсь, что я вообще ничего не говорю. Ребят, просто напряженная обстановка-то. Так, опа, еще один браток. Есть. Как он умер. Так, потрошки для движения. Давайте-ка его тоже спрячем на всякий случай. Не хочу я попадаться. Ну, типа спрятали. Типа здесь не видно. Так, братишка, я тебя освобождаю. Все, 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 можешь бежать. Выходи отсюда, не попадись. Давай, убегай, убегай. Он спокойно идет. Ничего себе. Окей. Так, вот тут надо как-то... Все, нормально. Опа. Погодите, будем убивать? Ой, братишка, это плохо, плохо, братишки. Обойти его можно? Черт! А, не заметил? Фух. Это нормально. Напоминаю вам, ребят, что я играю на средней сложности. Поэтому... Нас не замечают, поди-ка. Если бы на максимальной, уже бы заметили. Так, еще один. Да почему не отмечается-то? Ну, блин. Я не хочу лишний раз фотоаппарат доставать. Как-то же можно было отмечать их так. Так, нам туда. Жалко, здесь нельзя гасить эти бочки с огнем. Знаете, как в FIF. Ну, или TIF. Как там? Ну, игра про ворота. Использовать кошку. Не-не-не-не-не, не будем, не будем. То... Будет карабкаться, а его запалят просто. Так, смотрим, смотрим. Отмечаются. Дерутся братаны, братишки! Офигеть. Посмотрите, как они радуются. Я не понимаю. Понятное дело, что он... Не ожидал. Сейчас спасем. Да, что-то он фотографировал, поди-ка изнасиловал, да? Так, ладно, развязываем. Иди, иди, спасайся. Так, все. Какие у них тут условия, посмотрите. Ё-моё! Ага. И тебя. Так, мне кажется, туда не стоит идти. Пойдем вот так вот. А, во! Ну-ка. Черт, 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 черт! Давай, давай, давай! Охренеть, это было близко, это было близко! Отлично. Вот, вот так и хочется! Пэйган Мин! Да как вы вообще можете ему поклоняться? Ну, не, он страшный человек, сами знаете. Хуже вас! Практически. В плане безумия.
И одежды тоже вообще какой-то ненормальный психопат. И пидорас. Хотя сам-то он это как-то говорит, что нет, нет, нифига. Мне кажется, наоборот. Да все, мне кажется, китайский Гульман, Борис Моисеев, да... Так, тихо. Мне кажется, его стоит убить. Все. Тихо, тихо, тихо. Может, зря я это сделал, наверное. Ух ты, ох ты, ох ты. Так, все, развязываем. Бумажник и рюкзак переполнены. Погодите. Те же сказали бежать, она там преклонилась на колени. Бумажник. А, ну понятно, у нас вообще ничего нет. Господи, ну почему я ничего не добываю? Надо потом... Я освободил заложника. Кулачком бьет. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Как тут много пыли, а? Убраться бы не помешало. Так, туда нам? Погнали. Войдите в кабинет Деплера. Плёр, плёр, плёр. Ух ты, какая музыка. Ребят, я не знаю, это по сути, да, заложник, но мы, получается, уже это выполнили. Прогресс, ванпост, йоги Реджи, один из четырех. Значит, четырех. Шангрила. Чёрт. Странно, текущий это как посмотреть? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спрячьте тела. Ой, блин, да, все, Деплёр предупрежден. А он же крыса, конечно. Дайте-ка я сбегу. Вот за что я люблю Far Cry 4, так за то, что автосохранение в самом нужном месте срабатывает. Когда мы выполнили задание. Вот, видите, войдите в кабинет Деплёра. Так, хорошо. Пойдемте. Так, сейчас надо немножко, блин, по-тихому. А вот так мы можем пройти? Вы, кстати, ребят, можете в комментариях написать, какой же ты мудель, какой же ты фуфел, нуб. Но я сам это и говорю, и признаю, так что смысла-то вообще и нет. Потому что, ну, как вы видите, профессионалы же только проходят с первого раза по стелсу. Да-да, найдутся такие умники в комментариях, напишут. Так, убиваем. Ой-ой-ой, спрячь тела. Так, а мы попробуем сразу быстренько вот так вот пройти. Ой, вот видите? Черт, быстрей, быстрей, быстрей. Так, так, по любасу черный ход будет. Быстрей, 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 быстрей. Вот это я зря сделал. Но они пока не обнаружили труп, поэтому не будут. Ого. Человечина, что ли? Господи. Кормление свиней. Прежде чем скармливать трупы свиньям, заберите с них все. Охренеть. Свиньям. В каком же фильме там тоже скармливали свиньям-то? Так, сюда. Сейчас вспомню. Какой же фильм? Как же он назывался-то, блин? Ща-ща-ща. Там тоже трупы, типа, скармливали свиньям. Ай, не помню. Я помогу. И... Выбирайся. Я один до последнего верил, что там будет какая-то ловушка, не знаю. Что взорвется, братишка, нет? Солнышко, как дела? А, это же тот пол, точно вспомнил. О, замечательно. Просто чудесно. Нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ой, собрание-то. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Да. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что?
Потрясающе! Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? Я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что, извини, буду исправляться. Ты? Сюрприз, братишка! Ах, блин, взять бы эту крысу и в рот прям тебе бы ее, и фекалии ее тоже туда же. Говнюк ты сраный. Пытает он, убивает людей. Так, ладно, пойдемте. О! Половинка! Ни хрена себе. Так, нет, отсюда точно надо сваливать, ребят, пойдемте. А, кстати, вы знали, что если положить крысу на пузо и перекрыть вот металлическим ведром, то она перегрызет. Перегрызет. Она потому что забоится, типа, ой-ой, отступать надо. Вот, знаете, ребят. Так, свинки. Уже покормили. Держи, вот тебе еще корм. Не будешь кушать? Нет, видимо, невкусный, невкусный. Невкусный браток-то. Так, пойдемте отсюда. Черт, где дырка? Не вижу дырки. Вот вроде. Нет. А, по сути же, сейчас можно еще пошуметь. Я прав? Или не будем, ребят? Так, давайте еще раз посмотрим. Может, это можно будет? Никакой пощады! Опа, вот видите, уже... Никакой пощады. Так, отлично. И пока ты там покатайся. Сейчас я тебя возьму. Погоди. Ну, пойдем. Блин, отсюда как-то падать. Да что за фигня? А убивать как-то их... Ах, тебя давайте убьем. К чему бы и нет? Шикарно. Все. Давайте, давайте, попробуйте, крысы. Позорные. Тихо, 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 тихо. Твою мать, ну! Кобздец. Вот это капец. Такого я просто не ожидал, что патроны могут так кончиться. Кстати, они кончаются. Я даже не вижу, откуда стреляют-то. Граната. Нет, конечно же, нормальный бы человек, знаете, что бы сделал? Он бы просто отпустил этот труп и взял бы автомат. Но нет, я же мудель. Конечно. Конечно, я не отпущу его, черт возьми. Все убиты. Да-да, все убиты. Все, да, да, вы там тусуете, а я укажу, как крысы.
Так, оглушили, ни хрена. Так, все, вот теперь пора. Так. О, ни хрена себе, посмотрите, что там. Прям как клопы они. На мини-карте их просто дохренища. Ага. Совсем другое дело, смотрите. Что вы меня так пугаете-то, а? Я не испугливых. Хотя, блин, сразу вспоминается Outlast. Как я визжал там. Так. Все, погнали. В багажничке поедешь. Потом расскажешь, как там тебе. Хорошо было или нет? Да... Тихо. Так, главное не поцарапать этого братка. Нам нужен он целенький. Да. Позаботимся о ручке. Еще прищемит. Так, а вот теперь валим. Давай, заводись! Есть. Так, подлечимся. О, музяка! Приятель, зачем ты так? Очнулся. Нур? Смеется, потому что родные-то у него. Из-за этого он смеется. Она все думает, что семья жива? Ни хрена! Убили? Те письма моей мамочке. Да я сам их писал. Давайте посмеемся все. Это так смешно. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Музыка классная. Живой. Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте, мобильник. Аджай, мобильник у меня в заднем кармане. Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу. Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Аджай. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Я так понимаю, можно было и второй вариант применить. Скорее всего, убить. По-любому можно было бы. Все, город боли, задание выполнено. Аджай, Пол вышел из игры. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте... Так, на моем месте, чтобы ты... Я бы этим воспользовался. Вот что. Крепость. Так. Хорошо. Так, стоп, тут же было быстрое перемещение. Вы видели, да? Ну-ка, вы меня обманываете, там можно... Нет. Ай, ладно. Ну, идемте захватывать следующую... Крепость Деплюра ослаблена. Крепость! Вы ослабили крепость Деплюра. Раз, крепость. Два. Три. Четыре. То есть, получается, мы только одного босса-то вальнули. Ну, точнее, живым мы его, конечно, привели. Получается, еще тут будет три босса. Черт, это получается одна четвертая игры. Да что, как ж можно-то? Но это круто, что много здесь геймплея. Хочется поиграть. Будущее Кирата в ваших руках. Ага. Присоединяйтесь к этому
Гамагею, да? Знаем мы его. А потом будут всякие кончиты выступать, да? О, да. А странно, почему... Почему он тогда свои войска, не знаю, там... Тоже не вооружает всякие розовые калашниковы, к примеру. Розовое одеяние. Почему нет? Почему бы? Это же смешно было бы, вы что? Типа, ну вы поняли, да? Главный гей, и у него подчиненный тоже геи. Это же так смешно было бы. Не-не-не-не, тихо-тихо. О, нормально. Так, 100 метров. Ну, понятное дело, что это сарказм, ребят. Смешно бы... Что было бы... О, ну-ка, что за новости? Ибо Пол Харман, известный как Деплер, покинул нас. Он был ценной фигурой и настоящим профессионалом, который трудился на благо Кирата. В лице Пола Кират решил... Странно, погодите. Но он говорит, да, что он покинул... Хреново, как орёте-то. Так, у меня патронов-то нет, выстрелить хотел. Ай. Так, стоп, не туда, не туда, не туда. Так, погодите, сейчас патрушки там возьмем. По-любому есть они там. Чёрт. Так, а какие еще-то два босса будут? Я что-то не понимаю. Я думал, Пол, это вот его, можно сказать, правая рука. Что-то непонятно, да? Карате! Так, сейчас. Патроны 100% здесь должны быть. Нет? Ящик здоровенный. Может, маленький? Нет.